Huawei продала уже более 1 миллиона умных часов Watch GT. Похоже, несмотря на все свои особенности, умные часы Huawei Watch GT пришлись покупателям по душе. Производитель отчитался, что за несколько месяцев с момента старта продаж реализовал уже более 1 миллиона устройств. Это весьма немало, учитывая, что представили Watch GT в октябре и первое время часы не были доступны на большинстве рынков за пределами Китая. При этом стоит отметить, что Watch GT на данный момент представляют собой скорее трекер активности, а не полноценные умные часы, так как закрытая операционная система лишена возможности установки сторонних приложений.